Друзья, всем привет. Ну, сейчас я закончил свою тренировочку не так давно, вот, отдышался, и у меня появилось несколько мыслей, которые я хочу вам донести. Возможно, некоторые мысли вам не понравятся, и вы захотите кинуть в меня, там, не знаю, тухлыми яйцами, помидорами, пустыми пивными банками. Кстати, если у вас такая мысль действительно возникнет, то, скорее всего, я абсолютно прав в том, что вы сейчас услышите. Вот. Какая мысль главная, к сожалению или к счастью, не знаю, но я так понимаю, что ничего с этим особо сделать невозможно. Многие люди, которые ходят в зал и тренируются, на самом деле они только думают, что тренируются, а по большому счету они действительно просто ходят в зал, да? Что это значит? Это значит, что просто они тратят время, годы на то, чтобы получить какой-то результат, и никаких результатов особо не добиваются. Вот. И, к сожалению, вот, я замечаю, что очень многие люди то же самое, они не работают, они ходят на работу. Многие люди не зарабатывают, они просто ходят на работу, да, годами, десятилетиями. Да, у некоторые люди имеют какие-то мечты, цели, там еще что-то. Вот, в семейных отношениях, к сожалению, так как я по роду деятельности приходится общаться и знать тонкости всех этих моментов, я тоже понимаю, что очень многие люди, у них нет семейных отношений, они просто живут друг с другом, как сожители, да? Особенно спустя там 5-10 лет отношений, они превращаются в такие, ну, как почистить зубы, знаете, без эмоций особо. Вот, и у многих тренировки точно такие же. Люди приходят просто как вот отдать дань, ну, вроде как надо, вроде как должны же это делать. Вот, нету никаких эмоций на тренировках, соответственно, нету никакого драйва, кайфа. И нету, соответственно, и результатов от этих тренировок. Люди ходят, и, к сожалению, мысль такая, что и часть моих учеников то же самое. Просто ходят на тренировки, вот, но они не тренируются, по большому счету. Меня, конечно, это печалит. Раньше меня это больше, конечно, печалило, заводило. Я по этому поводу переживал, потому что как бы личную ответственность на себя брал за этих людей. Сейчас, конечно, меня это меньше волнует, потому что это, в принципе, ответственность не моя, а лично ваша. Вот. Но все равно этот социум, в котором мы варимся, меня расстраивает, потому что большинство людей, к сожалению, никогда не получит тех результатов, о которых якобы мечтают или к которым стремятся. Почему так? Да хрен его знает, почему так. Психология людей такая, они не развиваются, люди не изучают те вопросы, которые их интересуют, они просто плывут по течению. Вот. Я считаю, что если часть из вас все-таки желает и намерена добиться поставленных целей, то вам нужно развиваться, развиваться во всех смыслах этого слова, а не просто тупо тратить время на работу, на отношения, на тренировки или еще что-то. Да, посчитайте, большинство людей тратят, проводят, типа их тренировка длится 1,5-2 часа. Посмотрите в зал. 80% людей стоят, они не тренируются. Вы через минуту посмотрите, и опять большинство людей стоит, не тренируется. Но уже другая часть. Их тренировка длится от силы 20-30 минут, а в зале проводим 1,5-2 часа. На работе, между прочим, то же самое. 8-12 часов рабочий день длится, да большинство людей 2-3 часа работают максимум. Остальное все это так, пустая видимость. В отношениях такая же фигня. Люди могут круглосуточно находиться типа рядом с друг другом, но, в принципе, даже глаза друг друга не посмотрят, даже не поинтересуются, что у людей внутри, на душе или так далее. А потом мы расстраиваемся, почему у меня нет денег, почему у меня нет здоровья, почему у меня отношения не такие идеальные и так далее. Да потому что вы не развиваетесь никак. Вы не изучаете
Хотите зарабатывать, изучайте вопрос зарабатывания, как зарабатывать, да? Займитесь тайм-менеджером и так далее. Хотите получить результат от тренировок? Окей, так вы тренируйтесь, а не стойте 80% времени тренировки. Окей, понимаете, что важен вопрос питания, изучайте вопрос питания. Многие люди, которым я даю рекомендации по питанию, там со мной не согласны. Окей, вы не согласны? Замечательно. Сколько времени вы потратили на изучение вопросов питания? Сколько тренингов вы прошли? Сколько книг вы прочитали на эту тему? Чтобы потом спорить со мной или не соглашаться. Я сотни часов потратил, трачу и продолжаю развиваться. И да, у меня появляются какие-то новые вещи, новые веяния, новые направления, методики и так далее. Но я не стою на месте, я развиваюсь. И поэтому я получаю определенные результаты, к которым я стремлюсь. Вот и все. Поэтому здесь рассуждать можно на эту тему очень долго. И опять же, куча мнений на эту тему можно будет слышать и так далее. Но вопрос один и тот же. Вы развиваетесь или нет в этом направлении? Вот и все. Я еще и развиваюсь. Поэтому, если вы хотите развиваться вместе со мной, присоединяйтесь ко мне, я подскажу, как и что вам это делать. То есть вот такая мысль у меня сегодня появилась, которую я хотел вам донести. До новых встреч в новых видео. Всем пока!